Ну, здорово. Здорово, ребята. И это снова Green Hell. Давайте в этот раз побольше серию снимем и попробуем сделать все, что в принципе от нас требует эта игра на данном этапе ее развития. То есть в раннем доступе же она у нас все-таки. Да. Итак. Ходим, делаем топор. Для топора нужна палочка и камушек. Все остальное нам не интересно. Твою мать. Так, пиявки, говноявки. Пиявки, я так понял, можно просто руками смахивать, да? Давайте сюда не пойдемте в лес. Пойдемте просто тупо в лес. Так, бегать он устает, окей. Ветки, палки, камни, веревочки. Все это нужно быстро найти и найти какую-нибудь еду. Потому что еда нам первоочередная вещь, которая, в принципе, нужна всегда при выживаниях. Даже в том же скаме, если еды у тебя не будет, ты будешь слабаком. То есть хотя бы еда нужна, окей. Соответственно, мы сегодня, скорее всего, опять встретим этих индейцев. Но я не хочу с ними сталкиваться, они неадекватные, поэтому будем просто-напросто-таки избегать с ними каких-то встреч. Где палки-то все? Пойдемте вниз. Окей. А, ну вот сейчас к этой полянке прямо и выйдем, куда мы ходили. Это что такое? Птичье перо. Перо нужно. Зачем мне... Стрела. Стрела. Серьезно. Опа, палочка. Хорош. Еще одна. Ну, этого добра здесь очень много, поэтому мы не будем прям париться сильно, потому что палок и хералок здесь очень много. А также ветки, лианы, веревки. Мы все это с вами вот таем. Я видел, какая-то хрень пробежала, типа ящерица, наверное. Тут, кстати, есть змеи. Я записывал как-то на давеча, но не выложил серию, потому что говно. А, лист бананового дерева. Ну, я не знаю, зачем это надо, но пускай будет. И да, записывал серию, наткнулся на змею, она меня укусила с собакой. Мне пришлось умереть. Нахер. Банановые деревья ваши. Мне это сейчас не нужно. Так. Жирное испорченное мясо. Да, я даже собирать не буду. Ну, а смысл? Какого смысла собирать говно? Нет, сюда я не пойду. Вот он, лагерь. Все, отлично. Мы здесь, наверное, и обоснуемся с вами, чтобы далеко. А зачем смысл далеко ходить, правильно? Смысла никакого далеко ходить нет. Короткая палка, отлично. Итак, открываем что? Таб. И делаем оружие. Что это такое? А, как тебе закрыть? Ага, вот. Палочка. А, камни, камни же нет, етить твою мать. О, хорош. Я не понял, как разжигать. Хочу пить. Загибешь. Подожди. Поднять большая длинная палка. Хорошо. А мы можем ее, да, вот сюда отнести. И я буду знать, где она лежит. Ложись. Отлично. Туземный разжигатель. Окей. Нам нужен камень. Любой. Большой, маленький. Лучше маленький, потому что из маленького делаются все. И нож делается из двух маленьких камней. И каменный топор делается. О, побежала. А почему у вас пиявки не кусают? А мне... А что это такое? О, камень, зашибись, все. Создаватель. Палка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И камень. Давай. Умница. Даже веревка не нужна. Отлично. У нас есть топор. Если еще кому уебать. Тушка. Подожди, добыть. Птичье перо, мясо, попугая сырое, прицелиться. Хорошо. Сразу нафиг в карман брать, надо сразу добывать.
Нафиг брать в карман. А, нафиг в карман брать, надо сразу добывать. И все будет у нас хорошо. И дождь пошел, великолепно. А, дальше что? Нам нужно еще камень. Как минимум еще один камушек. А, два камня надо, чтобы сделать нож. А камней почему-то нет. А камни в идеале бы, знаете, где искать? Возле водоемов. Там, я помню, там находил много камней. И попить. А попить как? А что? А как попить? В том же форесте можно было делать из черепах. Ну, вы помните, что можно было сделать из фореста. Из фореста, как добывать пресную, вкусную, белую, свежую водичку. Опа. Подожди, брось. А можно? Ага. Добыть. Просто добываем вот так. Бить по ней бесполезно, я взял достаточно камней, чтобы у меня был нож. Идем. Я знаю, что ты хочешь пить, дружок. Подожди, не надо сейчас торопиться. Я не хочу торопиться. Я не хочу торопиться и не хочу умирать. Слишком много мы умирали последние несколько серий. Камень раз, камень два. А, нож. Я не знаю, зачем нам нож, но тем не менее он нам нужен. Теперь смотрим, что мы вообще можем создавать. Смотреть, что смотреть? Себя смотреть, записная книжка. Записная книжка. Каменный топор. Палка, факел, стрела, разжигатель. А, вода. По воде вообще записи нету, понимаете? Малинерия. Надо сразу найти, наверное, всякого вот такого хлама, который нас лечит. Это было бы логично, мне кажется. Типа повязки делать из этой малинерии или что-то еще. Так, у нас... Пока. Что-то хоть. Что-то мне на часах что-то. На часах что-то показывает. Ну, пить хочет. Я знаю, что ты хочешь пить. Отстань от меня. Вот еда. Отлично. Я сейчас, кстати, и пополню себе водный запас, по-моему, ими. Да? Давайте посмотрим. Ага. Съесть. Да, водичка пополняется. Отлично. Неизвестный плод. А почему вот он его ест и до сих пор неизвестно. Мы немножко пополнили себе воду, водичку. А, хорошо. По идее, да, я вот банановый лист я взял изготовить. Что? Что изготовить из него можно? Да ничего. Веревку положить к нему. Ничего, да выкинь ты его нахуй. Я не знаю. По идее, когда что-то находишь в этой игре, игра сразу тебе говорит: дружок, из этого можно что-то приготовить. Большой камень, поднять, расширить, большой камень. Мне нужен костер. У меня есть тушка мяса, давайте сделаем костер, как мы пробовали тогда его делать, но у нас что-то нихера не получилось на самом деле. Палка. Кость. Древесный уголь. Палка. Хорошо, мы вроде у костра убрались, да? Давайте посмотрим. Надо срубить сухой лист, чтобы был у нас такое вещество, которое называется пиявка, блядь. Ты на ноге, сука. Точно, на ноге, понимаешь? Ты дурак? А ты в смысле? А, просто отцепить. Окей. Я понял тебя. Так, все, вот рубим. Рубим вот это вот говно. Главное, чтобы на голову пиявки не падали. И вообще, я очень не люблю, когда... Да в смысле ты рубишь или не рубишь? Во? Я очень не люблю этих всяких насекомых. А ты вот, кстати, любишь насекомых? Я думаю, нет. Так, сухой лист. Лист бананового дерева. Мне это вообще не надо. А есть еще сухой лист? Я крайне не уважаю всяких насекомых. Вот просто жопа. Прям вот жопа горит от них и стараюсь избегать. Не то, что я прям боюсь их, но вот мне мерзопакостная хрень. Я вот их не люблю. Так, вот он, сухой лист. Хорошо, положили. Теперь. Подожди. Создать.
Костер. Подожди, использовать, да? Использовать, использовать. В смысле? А, так, а где? Нет, убери. Да убери. Вот как вот? Забери. Сначала нужно и вызывать его, да? Но я не знаю, это какой-то бред. Костер вроде есть, а костра на самом деле нет. Вот он дымит. Горит. Куда мне его положить? Вот я, вот как и в прошлый раз, я не понимаю. Ну вот нету у меня здесь костра. Ну и хуй с ним. Странная хренотень. Shit. Seriously? Да заткнись ты. Давайте сделать костер. Это все хуйня. Так, заткнись. Костер. Малый огонь. Каменное кольцо. Вот он. Это. А, так может быть малый огонь. Вот это кольцо, оно как бы сохраняет его. Оно у меня же есть. Давай. Вот сюда. Вот. Красава. Да в смысле, ты не нашел? Столько палок у меня было и не хватило? Ты дурак? Расширить и добыть. Сейчас мы из этого как минимум три палки кинули. Хорошо. Хорош. Использовать инструмент для создания уголька. Погоди, погоди, ты говорю тебе, погоди. Огонь. Изготовить, использовать. Теперь вот это вот говно берем и. А! Она сгорела. Здорово. Потому что зверьки прибегают, понимаете? Я такой хороший, добрый и милый, что ко мне прибегают в гости зверьки из чащи лесной. Это что такое? Эти цветы нельзя, нельзя кушать. Нельзя, наверное, кушать. А малинерия... Забирай. Малинерию надо бы добить. Кстати, в этой игре есть крокодилы. Судя по первой обложке моей игры на моем канале. Вы помните, какая была обложка? Если не помните, то я расстроюсь. Вот. Есть крокодилы в этой игре, понимаете? Есть. Есть. И это опасные. Крокодилы это очень, сука, опасные. Два бревна у меня здесь есть. Серьезно? Это хорошо. Я зачем пошел? Мне нужен сухой лист. Сухой лист это пальмы. То есть это такая хрень, которая нужна для разжигания костров. Чтобы его разжечь, нам нужно разрубить пальмовое дерево, и будет все, как доктор. Сейчас огонь. Ой, топор сломается нахуй. Нет? Слушай, нужно попить. Подожди, уже лист пальмы. Сухой лист. Отлично, пошли. Ага. Кстати. Подожди, нет, не кстати. А как мне? Вы слышали, да? Какая хрень. Вот это вот говно берется в руки? А как мне тарелочку сделать? Может быть, пить? Может быть, малый огонь использовать для создания уголька. Так, окей. А у меня есть огонь, надо используем. И сюда мы кидаем все-таки вот эту вот хрень. Чтобы разжечь огонь, перенесите хворост. Отлично. Теперь, как мне положить сюда еду? Изготовить. Блять, ты дурак. Бросить. Изготовить. Куда? А в смысле изготовить? Вот сюда? А, вот. Ну это как в Лонг Дарке. Отлично, на камнях жарим. Жарим, 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 пока никто к нам не идет, чтобы отобрать мой последний кусок. Возле пожара, здравомыслие, возле пожара, возле костра. Какой по... Это не пожар, это костер. Я не знаю, насколько хватает веток в этой игре для огня. У меня я всю еду я съел, да? Прекрасно. Долго жарится место, на самом деле. Но это... Это что, блядь, было? Это, блядь, это какая-то кошка. Типа гепарда, я не знаю. Но тут гепардов не бывает. Пума. Кто тут? Рысь. Кто в джунглях живет? Пишите в комментариях. В джунглях это, наверное, какая-нибудь реально пума. Пума, пантера, пума. Пантера, наверное.
Пантера, скорее всего. В Маугли, помните, Багира была пантера. Давай, 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 давай. Съесть. Ой, какой хороший малыш. Я съел съеденное мясо попугая, протеины, все отлично, я съел хорошее мясо. Я его нашел, я прожарил, я съел. Я теперь довольный, как слон. Можно теперь поспать, но у меня вода кончится, да? Давайте поспим. Подождите, а сколько у меня времени в часы? 15:46, нет, рано спать. Рано спать, пойдемте добывать. Я попробовать бы воды, а где пресную воду добывать? Здесь почему-то не указано. Надо найти кокос. Надо найти кокос, реально. Кстати, я вот что хотел проверить. Смотри. Подожди, это... Парам-парам-п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 ам
Его, видимо, надо поджечь. Вот, отлично, пойдем нахер. Отлично. Теперь я вижу. Теперь я даже вечерком вижу, как это все. У меня здоровье. У меня здоровье угасает. Я не знаю, что с этим делать. Лист пальмы взять. Мне это не надо. Не надо, ребят. Не надо, не надо. Мне нужна еда и вода. Главное сейчас воды взять. О, еда. Неизвестный плод. Да он уже известный, я его уже ел. Почему ты нейропатолог, блин? Как тебя там зовут? Опа. А чё это? А чё это? А чё это за глюк? Это глюк. Это глюк. Это что? Какие-то баги. Может, я уже это? Прёт меня? Что это такое? Давайте поедим. И водичка поднимется немножко, и... No. В смысле ноу? Это кабан? А, твою мать. А что ноу? Ну, ноу и ноу. Да срать на него, на этот факел. Возьми каменный топор в руку, если что, кому-нибудь перефигачим. Реально, вот реально. Это вот эта выживалка, она намного сложнее, чем must, как там, miss survival. Здесь вообще нихера нет. Вообще нихера нет, вы понимаете? Тут негде прятаться, тут спать надо. Надо спать. С осторожностью. Тут животные везде орут. Там-то что, тупые зомби и глупые медведи. Какие-то охранники каких-то баз непонятных, которых они глупые тоже. Здесь намного все сложнее. Здесь выживание, даже Forest не такой сложный, как мне кажется, эта игра. Тут прям все такое по хардкору. Вот что я хотел. Смотри, изготовить. Зеленый кокос. Если я ножом сюда бахну. Ничего? Не-не-не-не-не-не-не, подожди. А что такое? Что-то сюда можно добавить к нему? К ножу что-то добавить можно? Палку? Палку? Нет. Ага, смотри, нож и палка, и веревка. Топор. Вот это хороший топор. Вот это хорош прям. А это говно топор, а это хороший топор. А это говно. Каменный топор, топор. Вот, теперь мы кладем... Подожди, как... Блять. Дождь пошел. Я хочу... Мне надо собрать воды. Сучка. Не-не-не-не-не. Я так и понял, что это ты. Я пошел. Не-не-не-не-не-не-не. Я уже кусался. Ты у меня уже кусала. Не надо, все. Отвали. Я сейчас... Где мой лагерь? Я запутался, ребятки. Я забыл, где мой лагерь. Вот он. Это он? Вот бы тебя убить. А, ну так я могу сделать лук. Пиявка, блядь. Где моя Малагея, блин?
Где жена моя вообще? Алло. Твари, а подождите, а что происходит? Где мой лагерь? Подожди, нахуй, брось. Так, да, возьми два. А если по нему въебать? Кокос. Вода чистая. Выпить. И все? Скорлупа кокоса с мякотью. Ебать. Изготовить, добыть. Из скорлупы что-то можно добыть. Миска! И мякоть. Съесть. Углеводы и жиры. Слушайте, ебаный свет. Да подожди ты со своей пиявкой, заебешь. Ты где вот, сука? А я тебя не вижу. На руке, наверное. Да. Блять. Ножом. Нет, топором. Блять. Где топор? Понятно, да, теперь? Понятно теперь? Ебать, оно что-то темно здесь. Ну, понятно, да? Да заебёшь ты петь здесь мне в лесу. Слушайте, а если его топором ебать? М? Не хочу, я не хочу умирать. Он слишком мощный. Это надо сделать лук. Я не понял, где мой дом? 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 Я куда-то пришел не туда. Блять, я заблудился в лесу, вы понимаете? Это все от того? Это все от того. Я не переходил реку. Это все от того, что я банально не сфокусировался на том, где мой дом, лагерь расположен. По-моему, он на вест. То есть... Вот туда, пошли. Он, по-моему, там и был. Только не на выезд, а вот так. Вот так, посерединке где-то. Сейчас найдем. Че, я был. Забери палку. Палка еще одна. Надо, палки надо собирать. Вот я пришел куда-то в тупик. Знаете, что, да, Сэм, возьму вот так вот. Раз, красава. Теперь изготовить, добыть. Нет. Ну нет, сука. Скорлупа мякоть. А выпить-то я его не выпил. Съесть. А где миска моя? Подождите. Куда я миску дел? Ага, вот миска. Кокосовая миска. Ага. Так, получается. Смотри. Кокос, конечно, хорошо. Кокос это прекрасно. Кокос это вкусно и полезно. Белки, витамины, там все углеводы, все это есть хорошо. Но, если у нас есть дождь, бросить изготовить. Из нее ничего не готовится. Эффекты употребления 1.0. Опа. Серьезно? Смотри, наполняется. Я поставил просто на камень, и дождь идет. Дождь прекратился, вода прекратилась наполняться. Косовая миска. Подожди, а что я сделал? Она вылилась, вода? Кость. Кость, хорошо. Кость, веревка. Каменный нож. Наверное, хороший нож. Ну да, прям смотри, какой четкий. Хорош. Хорошо. Каменный нож. Что там добавилось по воде у меня? Каменный нож, топор, все хорошо. Вода. Да нет, за... А ну-ка, опять вода. Стой. Ставь. Наполняй. Смотри, что. Наполняется реально. Просто вот так стоишь и наполняешь воду. Дождь! Ты издеваешься, что ли?
происходит? А, так уже светает. Ёпать, я всю ночь тут простоял. Эффекты употребления 2 из 10. А, так подожди. Или он сразу пьет? Я ничего не понимаю. Хрен, я не понимаю. Кто-то же здесь сейчас ходил. Ну, как же я устал. Да я знаю, что ты устал. Да опять осмотреться, в смысле? Ничего нет. Да заебёшь. Ну честно, вот ребята, вот это вот говно. Да блядь. Эти пиявки, они заеб... А, вот он. Я не дошел до лагеря. А костер-то горит. Все, спать. Спать. Очень неплохо. А костер горит. А как сюда подкинуть дров? А, наверное, никак. Она, наверное, горит и горит. Или подкинуть. Ну-ка. А, палки. Да, подкидываются, смотри. Мы еще их соберем. Мне вообще не парит. Пускай горят. Все, спать. Спит он автоматически. И проспим мы сейчас, кстати, до вечера, наверное. 12, что? А, до полтретьего дня. Отлично, у меня полная жизнь. Ой, энергия. Сохраняться здесь как-то можно? Хрен с там с два, да? Окей. Мы что сделали? Мы сделали с вами топорик. О, и сделали потом хороший топорик. Мы сделали с вами миски. Теперь давайте разберемся, где эти миски наполнять водой. Может быть, в луже, кстати. Пойдемте в море. Вот оно, море. Зеленый кокос. Хм. Сейчас я попью из него. Он очень мало наполняет меня. Вот крайне мало наполняет меня всем. Бей. Хуяк. И мы пьем просто вот так. Раз. Смотри, вообще писюлечку пополняет. Просто писюлечку. Расширить и изготовить. Добыть. Добывай. Там еда, все дела. Кокос с мякотью. Это неплохо. Это очень даже хорошо. Съешь. 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 Все съешь. Что появилось? Куча всякого говна. Реально, куча всякого говна. Вот заебал этот дождь, честно говоря. Ну-ка, давай, ставь. Вот три этих, смотрим. Один из десяти, только дождь, пожалуйста, давай подольше ты пойдешь. Мне интересно, либо он наполняется до 10, а потом я могу пить. То есть он сейчас наполнится и скажет: дружок, ты готов выпить меня? Я говорю: да, я хочу тебя выпить, милый мой. Ты мой сладкий кокосик. Я твоя вкусная желудочка. 7 из 10. 7 из 10. 6, 7 из 10. Отлично. Эффекты употребления. Я не знаю, что это значит. 8 из 10. 9 из 10. 10 из 10. И... удалить, если сейчас, что будет? Ничего не будет, да? Какую-то веревку. Что можно найти здесь? У меня ничего нет. Реально. Как-то... как ее пить-то? Вода чистая. То есть вы понимаете, да? Как ее пить? Расширить здесь не получается. Правая кнопочка здесь удаляет все. Она реально с водой. Или ее вот сюда перенести можно. Он выливает ее нахуй.
Вот это перелить ее, может быть, но вряд ли нет. Как тебя пить? Может быть, слушайте, может быть, кокос не разбивать? А как, я не разобью кокос, я оттуда его не вытащу, из него ничего. Что происходит? Костер потух. Сука, из-за дождя? Реально? Серьезно? Ну ладно. То есть я как-то раздобыл огонь. О, этот, воду. Как ее пить, я пока не понимаю. Странно это все. Попробуем-ка давайте из воды набрать. Может быть, реально надо... Вода грязная. Схватить. Ты дурак. А еще пей, а похуй. Он пополняет, кстати, тоже вообще еле-еле. Пей. Сейчас усрешься. Вот, хорош. Теперь, чтобы излечиться от этого дерьма, паразиты. Микроэлементы, макроэлементы. Так, здравомыслие, окей. Пиявки. Вот, паразиты. Чтобы избавиться от паразитов, ешьте растения, обладающие так антипаразитными свойствами. Какие у нас есть растения, которые обладают этими свойствами? Вот мне просто интересно. Малинерия. Топоры один. Чего? Топоры один. А, малинерия. Это повязки. Но я же не буду повязку сувать себе в рот. Правильно? Это что за хрень? Это пальма. Это банановое дерево. Бананов почему-то здесь нет. Ну, я как бы видел банан. А это вот что за кусты? Ну-ка. Подожди ты, вот. Красная же. Прям красный цветок. Ну, почему его нельзя есть? Очень темно. Это плохо. Очень темно, и это плохо. Так, что мне сделать? Я, по крайней мере... Я напился воды с глистами. Это хорошо. Но, с другой стороны, не очень. Потому что я сейчас сдохну, и вся любовь. Как мне быть? Очень плохо у меня с красной и с желтой. Я не знаю, что это такое. Это витамины, наверное, протеины всякие. Это такая вот вещь, которая обладает всякие мясы, всякие мандаринки. А пойдемте вот через воду перейдем. Сейчас будет куча пиявок у меня. Что это? Ну просто я виноват, что на моей половине нету такого растения, которое бы меня вылечило. Как это называется? Аптек здесь нет, соответственно, естественно. А это что? Вот это что? Это пальма обычная. Ветки пальмовые лианы эти, они меня никак не вылечат. Давайте пройдемся аккуратно по бревну. Потому что я уже иду, мне по барабану. А ну-ка, вот кокос, кстати. Да, блядь. Вот. Выпить. Просто водный запас пополнили. Хорошо. Здесь вообще ни хера не видно. И опять дождь. Ну а чему удивляться? Это тропики. В тропиках всегда идет дождь. Знаете, чего я боюсь больше всего сейчас? Что я наткнусь... пиявка, блядь. Я ее не увижу, ее на руке у себя. Что я сейчас наткнусь на какую-нибудь пантеру или змею и еще чего хуже, медведя какого-нибудь. Тропические медведи же бывают? Нет, не бывают. Панда, но они добрые. С пандами можно за одним столом сидеть, и они будут кушать то же самое, что и мы. Хочу есть. А я не вижу ничего. А я хочу избавить тебя от пиявок. Можно? Так, вот она, сука. Все, убрали. По крайней мере, у меня есть полинерия, малинерия вот эта вот, которая повязки... Да заебете! Орать! Вот попугаи и стрель... О, еда. Я вот не знаю насчет какого-то растения, которое бы меня могло спасти от глистов,
Что такое 10? 10 паразитов у меня? Больны, что ли, там? Говна поели? Ну, говна поели в нашем случае это только я. Никак не наш герой. Ну, он поел, потому что я ему сказал. Так бы он, конечно, сопротивлялся, но он так сильно хотел пить, что... Ну-ка. Сука. Да срубись ты, ебать, лист табака. Изготовить. Что, добыть? Вот лист табака, по-моему, можно жрать. Блять, волокно, какое волокно? Изготовить. А что, из чего? Подожди. Лист табака я взял. Что мне... Нет места в рюкзаке. Ты дурак? Лист табака. 10 пиявок, ебать. Макроэлементы. Орехи, жиры. Факел, малинерия. Вот, растения. Так, табак является противоядием. И чё? Как мне его въебать себе? Ну-ка, добыть. Волокно. Вот, и где оно? Камень, вот волокно, древесный уголь. Лист малинерии. Ой, блядь. Давай вот эту хрень выбросим. Она мне много места занимает, слишком много. Вот так. А это передвинем вот сюда. Где волокно-то, где? А где волокно-то? А, нет, это для костра. В смысле? Табак, говорю я. Табак, я понял, фиолетовая хренотень. Дождь заколебет, честно. 10, у меня не уменьшается. У меня не уменьшается. Но у меня противоядие есть, это хорошо. Скорее всего, противоядие это и есть лекарство от глистов. Ну или от червей, которые там во мне теперь живут, понимаете? Я теперь выживаю с друзьями, которые внутри меня выживают. Они выживают, и я выживаю. Они проиграют свою игру, если проиграю я. То есть я теперь в ответе за еще и моих маленьких друзей, которые в меня вселились по своей наивности. Они подумали, что я красавчик-выживальщик. Но, блин, нет! Нет! Надо отдохнуть, слышь? 10, они не уменьшаются. И хорошо, что они не размножаются там. Видимо, среда у меня там плохая. А что там внутри у меня там кто? Что у меня внутри меня? Внутри меня там кокосовая хрень и вода грязная. Ты можешь? Ебалять. А эти... Все сломалось, да, сломалось. Я вообще ничего не вижу. Бревно. Попугай. Я знаю, что ты голодный. Дружок, хватит ныть. Я такой же голодный, как и ты. Все, не ной. А индейцев нет. Ой, какая красота. Вы посмотрите, что я нашел. Озеро, палка возьми. И топор в руку. Вот, хорошо. Маленький дурацкий кривой топор, который я сделал. Водопад. А тут вода, кстати, должна быть чистая. Рыба тут есть. Вот где надо делать лагерь. Ёбаный свет. А можно нырнуть и не вынырнуть? А можно... И там же вода чистая. Да? Ну-ка, пошли. Давайте попробуем в этом серии. Мы попробуем все. Вода небезопасная. Ну-ка. Тихо, не блюй. Кстати, могут быть крокодилы. Мы же с вами играем, чтобы... Что? Все это дело понять, увидеть, развидеть. Так, тебе нужен отдых. Спать ты нигде не можешь, да, тварь? Надо сделать кроватку какую-нибудь в безопасности и все. Да нет. Вот листик. Ты можешь
На одном листике спать лечь. Ладно, пошли. Рыбы, кстати, до хера. Опять пиявка. Опять пиявка. Пиявки задрали, реально. На ногах, да? А где пиявка-то? Нету пиявки. Чё вы мне врёте-то? Нету пиявок. Отвалите от меня. Это уже третий день здесь, который мы с вами прожили. Прожили вместе, ребята. Ребята, три дня. Это для меня большой рекорд. Но это бесполезные три дня. Хотя, почему бесполезные? Я понял, как пить. Из чего пить. Но я сейчас упаду в обморок, и все будет прекрасно. Давайте вот что сделаем. Дом. Малое укрытие. Кровать из листьев. Лист пальмы 10 штук всего нужен. Всего 10 штук. Ну, конечно. А он сейчас и так встанет. Нормально с ним все будет. Вы потеряли сознание. 14 паразитов у меня уже. 14! А я смогу ими блевать, интересно? Паразитами-то этим. Ну-ка. Вот. Так. Теперь смотри. Я сейчас прямо вот так сделаю. Кровать. Вот сюда ставь. Зеленая надо, чтобы была. Что? А чё ты не можешь поставить сюда кровать? Она желтая. Сука. Че, нельзя поставить кровать? Ну вот сюда поставь. Вот. Ну нельзя. Говорить нельзя. На уклончике можно? Скачусь, да? Ну не хочет он, понимаете? Не хочет. Опа. Вот здесь была только что. Во. Нет. Опять пиявка. Вот, и где эти плоды? Во-во-во-во-во-во, хорош. Так. То есть возле пчел ты мне предлагаешь, да, Димон? Ебанутый, что ли, не пойму. И, это они? Это срать. Это что? Лист банановое дерево. Это банановое дерево? Это нет, это пальма. Или это банановое дерево? Я что-то запутался. Вот они. Вот они. Вот они. Сломал топор. Тихо. Тебе хватит. Да, нет, ну в смысле нет. Поори мне там. Палка. Веревка. Камень. Блять. Веревка не нужна. Просто камень и топор. Делай, не еби мозги. Все нормально. Доставай и бей дальше. Хуяк. Еще раз. Еще разок. Хорош, молодец. Хорош. Сейчас поспим. Захипешь. Вот, кровать спать. А то он сейчас опять в обморок упадет. Это очень плохо. Пока я сплю, у меня паразиты не уменьшаются. Но и не... Здравомыслие плюс 3, комфортный сон. Да ладно. Да заебешь. О! А чё это? А чё это такое? Ну-ка. Малинерия. Повязка. Нет? А, из одной делается повязка. Давай. Опять пиявка. Ты дура, что ли? Я не пойму. Достань, пожалуйста. Как тебя применить-то? Она не применяется. Червь, что? Что было написано? Червь. Она не применяется сюда. Алло. Что это такое? А,
А, может вот так? Нет. Ой, да ну и в жопу иди, значит. Мы съели. Там еще один был у меня. Я его сейчас тоже съем, потому что терять мне что-то уже вообще нечего здесь. Кровать, кровать, кровать. Подожди, где кровать? Кровать, вот она. Запоминаем. Север. Понятно. На час. Постоянно вот тут реально постоянно в поиске еды находишься. Пока это все так выглядит. Это что? Пока это выглядит все так. Постоянный поиск еды, постоянная. А змея? А как змею убить? Я же могу ее убить? Я могу ее с лука, да, убить? Давайте не будем с ней шутить. Это все-таки змея гремучая. Это опасно. Я знаю, что такое змея гремучая. Я уже здесь проходил это. Нет, не хочу. Нам нужно найти жену. Но этого нет в данной версии игры. Здесь просто выживалка. Поэтому, скорее всего, это будет последняя серия по этой игре. Потому что, ну, а что тут показывать-то? Червь здравомыслия минус 3. То есть я уже ваш поклонный слуга-дурачок. То есть тут, по сути, червяки, изменяя энергию мозговую, какой-то мозговой червь. Что это за птичка была? Я не понимаю. По берегу пойдем? Пойдемте по берегу. Спать я уже кровать не найду, поэтому не надо мне и вспоминать про нее. Все, кровати больше нет. Очень, чем дальше в лес, тем страшнее, понимаете? Пиявка, бля, Софья, бьешь ты меня, пиявка. Где ты опять? Дура. Вот, табак. Вот, сейчас я тебя опять добуду, и тебя опять... Я тебе сейчас съесть реально надо. Да рубись ты, сука! Лист табака. Понимаете, что происходит? Вот, лист табака, вот лист табака. Изготовить, изготовить. Добыть. Бросить. Давайте изготовим. Что из него можно изготовить? Малинерия? Нет, лист малинерии. Обратно кладим. Повязка, может быть, с повязкой? Повязка с табаком. А ну-ка. У меня на этой руке, да, была хренотень? Да. Видишь, я не знаю, что это такое. Но она не это, не применяется. Это какой-то, это может быть реально паразиты, которые меня изнутри пожирают. Уже такое, у них там типа гнездо в руке. Может быть ножом воткнуть? Может быть, а может прижечь? Слушайте, дождь непрекращающийся. Красиво тут все-таки, вот реально здесь... Неебически красивая графика по сравнению с какими-то инди-проектами, выживалками. Здесь она очень красивая на самом деле. И это не какая-то похвала, это, ну, это констатация факта, ребятки. Это констатация факта. Так, ну, сколько, с 50 минут серии, давайте ее въебем, эту змею. Лихорадка. А что это бывает там? Отравленная рана. Куда она меня укусила? А куда она меня укусила? В ногу? Да. Сука, не успел. Она прям видела так. Я понял, но это лихорадка, отравленная рана. Все, 3 дня мы выжили, 3 километра почти прошли. Ни разу я не отрыгнул, но сдох от укуса змеи. Но тем не менее, я убил змею. Мы сделали 2 апгрейда топора, 2 апгрейда ножа. Мы поняли, что здесь очень важно быстро находить еду. И непонятно, как воду пить. Но кокосы можно искать. Можно просто искать кокосы, складывать их в одном месте. Пока это так. Пока, может быть, это как-то недоработано еще. Но я понял, как добывать воду. Она набирается в кокосы.
Но потом, как их пить, я не понял. Это, не знаю, может быть, как-то надо сделать какую-то емкость. Хз. Все, ребятки, большое спасибо. Я больше, наверное, по этой игре серии не будет, пока она не обновится или не выйдет в релиз. Так что, может быть, просто с обновлением, с очередным, будет что-то интересное добавлено здесь. На этом пока все. Спасибо большое, кто смотрел, кто лайк поставил. Это вообще вам респект и уважуха. И в карму добавляется вам ровно 574 балла от меня лично. У меня 1 787 437 штук осталось еще, поэтому вам хватит всем, ребятки.